Всех приветствую на канале «Китай стал ближе», с вами Владимир, и сегодня мы будем оформлять вышивки. Вот у нас есть две готовые на данный момент вышивки. Это вот такая роза и вот такой вот павлинчик. Сегодня мы займемся именно павлинчиком. А что мы будем с ним делать? Мы будем делать его как вымпел. Он будет висеть у нас не как картина, а как вымпел. Ну, в общем, давайте я не буду сейчас вдаваться в подробности, а просто покажу, что я с ним хочу сделать. Для начала мы подрежем все лишнее. А лишнее у нас на данный момент это вот эти вот боковые краешки. Нам надо их отрезать. Итак, отрезали мы боковые края. Получилась у нас вот такая вот картинка. Верхний и нижний край мы отрезать не будем. Не будем отрезать, я вам объясню почему. Мы будем подворачивать туда вот такие вот штучки. А именно, снизу у нас идет как утяжелитель стальной стержень. Можно использовать все, что угодно. Самое главное, чтобы он... Суть его будет в том, что он будет натягивать картину. А сверху будет рейка и шнурок. В принципе, все просто. Принцип вымпела. Как раньше были вымпелы. Сейчас мы повесим также эту картинку. Что мы делаем теперь? Нам надо сделать здесь кармашек, где будет находиться вот этот стержень. И проклеить его. То есть, вот таким образом. Сейчас мы отметим ручкой, где намазать клеем. Использовать я буду момент универсальный кристалл. Он сохнет довольно-таки быстро, так что долго ждать не придется. Итак, мы намазали клей. Надо его чуть-чуть размазать, так он быстрее будет сохнуть. Заворачиваем вот таким вот образом туда трубку и прижимаем. И ждем буквально несколько минут. Итак, маленько прихватился клей. Можно приступать к заклейке второй стороны. В принципе, мы делаем все то же самое, только здесь для легкости будет у нас вот деревянная рейка. Можно взять штапик, я просто не нашел штапика, пришлось брать такую, но эта рейка тяжеловата, надо что-нибудь поменьше. В принципе, она подойдет, но все-таки тяжеловато. Значит, рейка, и будет здесь еще проходить веревка, за которую мы, в принципе, и будем вешать все это дело. Так вот, отрезаем веревку, примерно прикидываем. И сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Мы, чтобы не вязать узлов, мы ее сейчас спаяем. Сейчас я найду зажигалку. Итак, нашел я зажигалку. И сейчас мы их спаяем краешки, чтобы нам не плести лишних узлов. Не было у нас ничего лишнего. Просто их спаяем. Горячо, так что надо аккуратно. Так вот, спаяли, сейчас подождем, когда прихватится, и в принципе все.
Так, значит, здесь делаем то же самое. Давайте уберем узлом внутрь. Посмотрим, где. Так. Убираем узлом внутрь и посмотрим, где нам промазать клеем надо будет. Отмечаем. Отмечаем. Промазываем клеем. Здесь можно промазать клеем не только эту поверхность, но и то место, где будет ложиться деревяшка, чтобы крепче держалось все это дело. Здесь можно несколько полосок клея сделать, чтобы лучше прихватилось. Так вот, закрываем клей. Закручиваем деревяшку вот таким вот образом и опять ждем, когда у нас все высохнет. Итак, друзья, прошло 10 минут, нижняя планка уже высохла, совсем хорошо держится, верхняя еще не очень, но это нам не помешает. Получилась у нас вот такая вот штука, то есть вот так вот легко и быстро можно вышивку повесить на стену. Ничего сложного в этом нету, и каждый сможет это сделать. В следующем видео из этой рубрики мы сделаем рамку. Для этой вышивки мы будем делать рамку, будем лачить ее, ждать, когда высохнет, крепить, вешать на стену. Но это в следующих видео. А на этом все. Пока, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Заходите в ВКонтакте. Группу ВКонтакте. Ну а пока, всем пока!